купить проплаченный Skype $10. Один звонок всего лишь 10 центов. Удовольствие от удавшегося розыгрыша бесценно. Есть вещи, которые нельзя купить. Для всего остального есть Gold и Platinum MasterCard. Алло? Алло, здравствуйте. Это дилерская сеть Jensar. Ваш Audi с 8-литровым двигателем готова. Вы можете забрать ее в ближайшее время. Вы, наверное, ошиблись. У меня нет Audi. Извините. Вот таких... Это какой адрес? Скворечная. Скворечная. Так нам с этого адреса заказывали Audi Q7 8-литровое. Да понимаете, нет, салон, все дела. Нет, вы ошиблись. У нас машина есть и точно не Audi. Как есть. А, так, ладно. Вы не хотите поменять свою машину? Вы не намерены менять свою машину в ближайшее время? Нет. Потому что я бы мог вам подобрать хорошее предложение. Как бы Audi за полцены. Нет, у нас джип. Ага, у вас джип. Ну, Audi да. Q7 вам подойдет. 20-дюймовые диски. Хорошая проходимость. У нас нет денег на новую машину, понимаете? Я же говорю, 50% скидка в обмен на ваш джип. У нас как бы проходит акция. 50% скидка в обмен на старый автомобиль. Нет, мы не будем менять. Так что, если вы правда позвонили, что кто-то заказывал, значит... Вы ошиблись номером. А если рекламировать что-то и продавать, то нет, спасибо, неинтересно. Ну, не хотите Audi, как хотите. До свидания. Да. Здравствуйте, доставка пиццы. Алло. Альфонс. Алло, пиццу заказывали? Что вам надо? Мы вам пиццу привезли, вы заказывали пиццу. Мы не заказывали. Вы как бы можете выйти и забрать заказ. Мы не заказывали, ошиблись номером. Вы нас не заказывали. 2 пиццы пепперони, 3 пиццы с анчоусами и грибами. Алло, здравствуйте. Это курьер. Алло. Альфонс, я как бы подошел, открывайте дверь, а то у вас закрыто. Вы знаете что? Несите туда, кто заказывал. Я не заказывала. Вы заказывали. И отстаньте, все. 5 пиц. Вы понимаете, мы теряем деньги. Код 25. Я не заказывала. Вы понимаете, что мы на вас деньги теряем? Ну что? Новомаринская? Что вы хулиганите? Это Новомаринская? Ну и что? Вы пиццу заказывали. Вы знаете, когда вы принимаете заказ, хоть узнавайте от кого. Вы не заказывала я пиццу, отстаньте от меня. А то сейчас в полицию позвоню. Понимаете, что вы нас сейчас опустили на 3 пиццы за 2500? Отстаньте, я не заказывала, мне 75 лет, буду я пиццу заказывать. Я сейчас звоню дежурную часть, вы понимаете, что это преступление? Ну, в общем, прекратите хулиганить. Какое хулиганство? Вот хулиганство, самое настоящее, и звоните туда, кто заказывал. Все. Больше не звоните, а то я сейчас, у меня определитель, и я сейчас в полицию позвоню. Звоните. Милиция беспокоит вас. Мы только что задержали хулигана, который баловал телефоном. Они вам звонили, предлагали пиццу? Да я не заказывала пиццу. Да я из полиции. Мы только что задержали хулигана, который баловался. Но я не заказывала. Ну, так вот, мы их поймали. Они вам звонили, предлагали пиццу? Никакой пиццы не предлагали, но я не заказывала. Зачем она мне? Я ну, диабетик, мне ее. Нельзя это есть. Тут ребята волнуются, возьмите все-таки пиццу. Ну, чего? Я не заказывала, ну что вы смеетесь, правда? Ну все, сейчас мы, значит, берем наряд и выезжаем к вам. Ну и приезжайте куда хотите. Ну все, ждите адрес, продиктуйте, пожалуйста. Алло, это Алексей. Какой Алексей? Григорьевич. Вы куда звоните? Квартира 63. Нет, это не квартира, это больница. Извините. Да? Алло, это Лёша. Да. Алло. Да. Плохо слышно. Не знаю. А что вы хотели? Это Лёшка.
Алло. Ну а кто вам нужен? Ну помните, по объявлению договаривались. Что мы договаривались? Ну гараж длинный продаете вы. Гараж? Ну, бетонный гараж в третьей, на третьей стоянке договаривались, вчера встречались. Ой, вы знаете, вы, наверное, не сюда попали. Ну как же, я же вас голос, наверное, запомнил. Я еще вы взнос дал. Я с вами первый раз разговариваю. Инна Михайловна, мы вчера встречались с вами. Я не Ирина Михайловна. Инна Михайловна, я говорю. Но все равно, позвоните правильно, еще наберите номер. Ну, голос-то ваш. Да. Алло. Алло. Ач! Алло. Павел Иванович Спрайт? Это что это? Кто это, кто это говорит-то так? Майк. Майк? Вот тебе фокус. Какой Майк? Вы не туда попали. А, извините. Алло. Здорово, ну я приехал, чё? Вы кому звоните? Ну, тебе. Кому мне? Ну, Педику. Вы не сюда попали. А, Педик, не ты, что ли? А ты телефон это не подскажешь, я просто... Вы в квартиру, не сюда. Ну, я в квартиру звоню. Я в квартиру Педику звонил, звоню. Говоря. А, чего? Я просто плохо слышу, старый... Алло. Алло, Педик? Вы какой номер набираете? 8-495-344. Не то. Это 344-1090, квартира. Ну, я это набираю, 344-1090. Мне его и дали, сказали там Педик. Здесь Эдики не живут или кто там еще? А, ну простите тогда, если что, звоните. Да. Ну, а кого вам надо? Людмилу. Нет, ну таких здесь нет. А мне телефончик дали. Ну я не могу вам ничем помочь. Ну ладно, придется умирать. Да, не надо, живите. Хорошо. Алло. Здравствуйте, это сантехническая служба беспокоит. От вас поступил вызов, что в вашем доме обнаружен грибок. И плесень. А, как бы наши службы выехали уже, и они скоро подъедут. Не могли бы вы открыть дверь через 5 минут? Да. Здравствуй, моя питерская подруга. А как ты в 1 апреля разыграла своих знакомых? Сашка, ты? Да. Да, это я, Сашка. Алло. А кто это? Ну, я тебе сейчас жопу надеру, Сашка. Да, кстати. Алло. Бонджорно, это пицца Папа Марио. Вы заказывали пиццу с грибами и анчоусами, 2 штуки. Пожалуйста, откройте дверку нашему дорогому обслуживающему персоналу. А чтобы расплатиться, вы должны путаманы на банкомату. Серёж, ты что ли? Да. Я. А? Да, я. Узнала, да? Подожди. Сейчас открою. Ты где? В подъезде? Я, да. Открывать? Да. Бляха. Что происходит? Ты домофон-то набери 84. Как еще раз? Что-то я забыл. 84. 84? Угу. Слушай, подожди, до того, как я набрал, как насчет того, чтобы сегодня немножко приебаться? Так, подожди, сейчас тебе дам Кате трубку, и ты с ней подробно поговоришь, ладно? Давай. Алло. Алло, привет, это я, Серега. Это кто? Серега. Какой? Что, забыла, что? Забыла. Че, не помнишь ту дискотеку, что ли? Хороший, че за гон? Ой, гон, ты что, забыл? Ты так пьяна была? Все понятно. Хорошо забыла, как мы с тобой занимались. Понятно. Че,
что за развод дешевый, я понять не могу. Какой развод дешевый? Че? Начнем с того, что я по дискотекам уже лет 5 не хожу. Ну так и че, это было-то 6 лет назад. Да хорош. Ты че? Ты кто? Я Серега. Какой Серега? Серега. Какой Серега? Серега Васильев. Я даже не знаю таких. Конечно, не знаешь. Вдрызг напилась, видимо, забыла меня. Алло. Алло, здравствуйте. Да, это служба доставки песен на... Да. А здравствуйте, социологический опрос. Алло. Здравствуйте, это социологический опрос. Ну и дальше что? А сколько у вас в комнате телевизоров? А почему я должна вам говорить, сколько у меня телевизор дома? Ну, это социологический опрос мы проводим, он полностью анонимный. Данные никому не разглашаются. Все, как одно и то же, спрашивайте, прям надоело. Да. Добрый день. Здрасте. Это социологический опрос, а сколько вы выпиваете в день? Сейчас я расскажу, сколько я выпиваю в день. Алло. Да-да, мы слушаем. Ну и что надо-то? Ну, сколько вы выпиваете в день? Много. Вы столько не выпиваете, сколько я выпиваю. Ну, мы это вообще не пьем. Мы, он троглодит. Что вы говорите? Обалдеть можно. А сколько у вас в квартире проживает людей, нам посчитать вот для вводного вопроса? Алло. Алло. Здравствуйте, это социологический опрос. Ну, да, что? Сколько у вас в квартире телевизоров? Телевизоров? Ну, 4. И какие каналы чаще всего смотрите? Какие ваши любимые каналы? А что, о чем говорить? А что ты боишься? Что тебе будет понимать? Здравствуйте, социологический опрос. Ну а что рассказал, вам не надоело звонить мне сюда? Девушка, все нормально. Успокойтесь. Вот успокойтесь, вот не звоните сюда. Не более 2 минут. Мне не надо, я не хочу с вами общаться, понимаете или нет? Или вы мне сейчас убили, чтобы занять ваш номер зафиксировать? Вы понимаете, мы хорошие. Очень хорошо, спасибо, что вы хорошие, до свидания. Стойте. Ну да, Ваке, здравствуйте. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Вы можете подсказать, вы наращиваете зубы? Да, наращиваю. А сколько это стоит? Нарастить зуб? Да. 3 зуба. Сколько стоит нарастить 3 передних зуба и 1 задний? Передние зубы, это идет как реставрация, 2000. А если на жевательном зубе пломба, то это 990 рублей. А как бы... не на задний пломба, а именно нарастить. Вы понимаете? Девушка. Да, я вас слушаю. Да, именно нарастить не надо, вот, потому что у меня там 2000. Больше половины зуба сзади. А, сорвало. 2000. 2000, понятно, спасибо. Кстати, вы не... Алло? Алло. 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 Ну да. Там кого? Алло. Комната 712-334-4-10-9 и заменен. Дополнительную информацию вы можете получить по бесплатному телефону справочного сервисного центра ОАО МГТС. Здравствуйте, маленько 3, Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Слушайте, что делать? Я, короче, ехал боком, понимаете, и я навалил случайно. Так вышло, что меня занесло. У вас как бы есть эвакуаторы? Вы можете мне сказать, сколько стоит ремонт диска
ремонт задней оси и ремонт переднего левого колеса. Очень плохо вас слышно. Да, а вот так нормально? Вот так нормально слышно? Ну, так. Еще раз. Меня не занесло. Алло. 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 Понимаешь? Алло. Почему? Алло. Алло, я протер. Ага. Да, вот так гораздо лучше слышно. Вот отпить. Я вас не слышу. Перезвоните, пожалуйста. Стойте! Мне вас не слышно, пожалуйста, перезвоните. Меня слышите, я знаю. Вам просто день. У меня ось разбита, да? Все. Придурки. Алло. Алло, это Андрей. Ну? Я вот звоню узнать, вы как, в порядке там? Что? Ну как у вас там дела? Кто говорит? Вы куда звоните? Андрей звонит, я вот звоню. Какой Андрей? Ну ваш Андрей. Вы куда звоните? Вам. Кому вам? Ну вам! Кому вам-то? Ну вот познакомиться с вами хотим. А? Познакомиться с вами хотим. А, ну это не ко мне. Ну, дайте кого-нибудь тогда. У меня таких внуков полно. Да? А их к трубочке можно? Алло? Алло, это Саша. Саша, ага, я слушаю. Я вот приехать собираюсь скоро. Подожди, Сань, это ты от Сани, что ли? Да, да, да. Ага, это же Эдмагнина. Я заехать к вам хочу. Так. Вот завтра, послезавтра, думаю. Ну тебе кого дать-то? Ну, да, можно кого угодно. Мне, в принципе, все равно сейчас со всеми. Ну, а Татьяна где? Да, она вот тут рядом сидит, могу сейчас дать. Угу. Ага, сейчас, Саш, тогда это самое. Ты заедешь, ну ладно, ты заберешь, как бы завтра. Ну давай, Татьяна, подожди. Алло! Алло! Алло, Татьяна! Слушайте, а кто звонит? Саша, я знаю, у нас Саша есть. А какой Саша ты? Сводин, Сашка. Какой? Сводин, Сашка, Сашка Сводин. Сводим, но вы, наверное, не туда попали. Кому вам надо? А, ну у вас было роковое совпадение судьбы. Ну, да. Извините. Да ничего, до свидания. Алло. Алло, это я. Алло. Кто я? Федор. Алло. Алло, это Федя. Вы не туда попали. Алло. Я футбольный хачик. Алло. Я футбольный хачик. Здравствуйте. С вами, говорит, Михаил Михалков. Здравствуйте. Я по новым картинам, значит, выпускаю. Я хочу узнать ваше мнение. Алло. 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 Здорово, привет. Алло. Привет, говорю. Здорово. Привет. Помнишь меня? Нет. Как нет? Чё, мы же вместе учились. А может быть, стоит представиться, чтобы было проще? Ну ты чё, это ж я, Колька. А куда вы звоните? Я тебе звоню. Чё, не помнишь, что ли, как мы ходили вместе в школу одну? Как я тебя за косички дёргал. Вы знаете, сегодня уже 2 апреля. Вы немножечко опоздали с вашим розыгрышем. Да какой розыгрыш? Это же я, Колька, ты чё? Я не знаю никакого Кольки. Как не знаешь?
Так не знаю. Аня? Либо вы ошиблись телефоном, либо версия закончилась. Ты Аня? Что? Ты же Аня, да? Нет, я не Аня. Как? И Ани здесь нет, никогда не было и, наверное, не будет. Как не Аня? А кто? Я, это я, но я не Аня. Всего хорошего, набирайте правильный номер телефона. Спасибо. Алло. Алло, дверь открой. Что? Дверь открой. Алло. Дверь открой. Это кто? Миша, дверь открой. А, понятно. Да? Дверь открой. А кто это? Дверь открой. А кто это? Кому открыть дверь? Дверь открой просто и все. Какую дверь? Входную. Открылась? Нет. Ну так код наберите. Я уже зашел. Дверь открой. Побыстрее можно? Какую дверь открыть? Можно побыстрее как-нибудь? Какую дверь? Что? Какую дверь вам открыть? Просто открой дверь. Входную или какую дверь открыть? Входную дверь открой. Я нажала на кнопку, она не скрывается. Что с этого? Я уже зашел. Открой дверь. А кто это звонит? Сейчас зайду, увидишь. Открой дверь. Я не буду никому от ничего открывать. Нам звонили. Алло. Алло. Да, да. Ну? Ну это я. Кто? Алмаз. Кто? Алмаз Петрович. Мужчина, вы кто вообще? Алмаз, имя такое. Да мне похер на твое имя. Алло. Алло, Васька, привет. Вы ошиблись. Да не, ну почему ошибся-то? Вот это относительно неизведанное. Потому что, возможно, вы в какой-то жизни, в параллельном мире были Василием. Это же не подтверждено, понимаете? Это не подтверждено. Может, мы и Василий на самом деле, потому что в прошлой жизни были Василием, а сейчас вы не Василий. Мы ищем любого Василия, вы нам пригодитесь. Понимаете так? Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это бюро поздравлений «Розовый слоник». Ваши друзья хотели передать вам привет. И также они хотели вам передать историю. Они купили ее специально для вас. Вы хотите услышать историю? А вы не ошиблись адресом на фотошине друзей, кто, чего? Нет, все правильно, ваш номер, ваши друзья нам его дали. А кто друзья? Кто такие друзья? У них имена есть у этих друзей? Конечно, но они как? Попросили не раскрывать свои имена. Ну, это неинтересно. Ну, это как раз таки очень интересно. Хочешь, про Диму расскажу? Не надо. Хочешь, расскажу, как мы поебались? Слушай, друзья — это святое. Понимаешь? Передай привет Никите, Ваське, Дюжеву. Пора бы уже пообщаться со своими друзьями. Твои воображаемые друзья, видимо, очень рады, что у них есть такой друг. Да? Ну, да. Угу. Вот чем ты сейчас занимаешься? Очень важным делом. Это тайна. Очень важным делом, да? Угу. А каким? А, ну тебе все скажи. Давай. Что давай? Стой. Что? Стой, говорю. Что стой? Стой. Не бросай трубку. Хочешь, я тебе расскажу историю? Какую? Интересную. Расскажи. Короче, смотри. Купил я, значит,
три семерки и выпил ее с одной. И поебались. Отличная история. Одна хуйня, другая, три. Ладно, ладно. Это, короче, телефонные пранки от Айслейта, Булкина и Якуба. Так что спасибо за внимание. Спасибо за терпение. Вам тоже, ребят, удачи. Спасибо. Стой! Ты где живешь? Весело. Какая разница? Интересно. Женщина не обязана говорить вам свой возраст. Ну, соври на год-два. Соври, соври. Соври? На год-два, там плюс-минус. Какое-то значение? Чё? Разве это имеет какое-то значение? Да. Какое? Мы проводим социологический опрос. Нет, ребят. Стой, давай так, как тебя зовут? Ладно, начнем с этого. Ладно, ты мне делаешь одолжение, да, нет, спасибо. Ладно, ребята, отвлекайтесь. Ребята отвлекаются. Ты еще нормальный человек, нет? Мы все... Вот я слышу. Ну, хочешь, я как сапля постою? Курлык, 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 курлык. Ладно, сейчас я на пятках попрыгаю. 5 апреля было вчера. Мы немножко опоздали. Вообще-то сегодня 9. Понятно. Ты где живешь? Василия Островская, дом 9? Именно там. Яхтенный дом 6. И там тоже. Улица Савушкина 28. 105. 84. Короче, мой номер 345-89-54. Позвони мне. Не обязательно. Жди. Уже записала? Конечно, да. Сейчас жди звоночек. Бумажку возьми. Возьми бумажку. Я хочу. Хочу, чтобы ты взяла ее. Полностью. Ты можешь записать мой номер? Возьми его полностью. Возьми. Нет, спасибо. Я хочу. Хочу, чтобы ты взяла меня и записала мой номер. Да, девушка в тени заинтересована. Хотите, мне класс. Занимаемся продажей обуви. Да я по-любому Катя зовут, я вот уверен просто. Да. Чего ты так решил? Ну, у меня такое предчувствие. Да. Может, это вообще ты и есть, на самом деле. Нет, вы не угадали. Тогда очень печально. Ее зовут Настя, ну ладно. Почти угадали. Ладно, что-то с вами скучно разговаривать. Скучно? Ну, опа, на. Видение в другой стороне. Ты нас обидел сейчас. Да, вот так вот случайно наберет номер и попадет просто вот. Вот. Да. За раз. Из Екатеринбурга. Это два с Питера, ну ладно. Два с Питера, да. Ну что, круто вам. Причем еще соседи, между прочим. Ну ладно. Недостаточно денег. Алло. Здравствуйте. Вас беспокоит канал Multi Minecraft Adventures. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал. Еще раз, ничего не понял. Канал Multi Minecraft Adventures, пожалуйста, подпишитесь на наш канал. Зачем? У нас бесплатная подписка, мы копим подписчиков, у нас же 2000. Понятно. Да нет, спасибо, не нужно мне. Нет, нет, спасибо. Подписывайтесь на канал. Поставьте большие пальцы вверх. Рассказывайте друзьям. С вами были Булкин, Айслейт, Якуб, Щербинин. И напоследок. Не забудьте. Путаманный банкомат. Да все. Да, это были мы. Пока. Спасибо за просмотр. Где ты живешь? А вот это.
Да ладно, ты на Савушкина живешь, я знаю. Как хочешь. Савушкина большая. Так, подожди, дай я угадаю. Сколько лет, сколько лет? Около карусели. Ты можешь сказать, кстати, сколько тебе лет? Нет. Ну, пожалуйста. Ну, просто интересно. Скажи, что ты один. Ну, плюс-минус 2 года там. Ладно, скажи тогда плюс-минус 2 года. Скажи, что ты один уже звонишь, придурок. Ну просто. Мне интересно. Скажи, что поспорили, идиот. Ну, блин, ты понимаешь? Просто поспорили, сколько тебе лет, на деньги. Можешь сказать? Сколько ты поспорил? Я? Я косарь поставил. Будет, конечно, да, ничего не будет. Ну, я тебе могу отдать чуть-чуть. Ну, можем встретиться, я теперь там выберешь. 10% ее. Нет, не как нет? Понимаешь, они мне денег будут должны. Много. Понимаешь, мы будем богаты. Мы будем на богатых. Ну, скажи, что ты один уже и спроси нормально. 4 косаря? Ты думаешь, с рублей? Думаешь, все так запущено? Евро. Фунтов стерлингов не хочешь? Да, в Англию ехать. Так их можно поменять, нет? Все проще. Прости, есть 18 или нет? И есть 18 вообще? Есть. Есть? Блин. Да ты врешь. 100%? 100%. Не врешь? А если мы обманываем? А если мы не верим? А если проверить? Если найду. Не найдешь. Как не найду? Не найдешь. Найду. Смотри, короче, сейчас встаешь со стула, идешь прямо, поворачиваешь налево, заглядываешь в шкафчик, и там он лежит. Паспорт. Да? Ой, блядь. Я лучше знаю, не? Да. Так я его туда клал. Спускай, скажешь нормально, сколько ей. Скажи, что тебе 16. Ты интересно, ну, так вышло. Если слушай, честно, скажи по-нормальному, реально, сколько так, тебе лет? Уже без шуток, без всего. Вот. Сколько? Серьёзный разговор. 18? Ровно? Ох, ничего, я угадал. 18. 8-го чего будет? Мая день рождения. Будет 18 или будет? Шай. Чё-чё? Почему? Потому что... А чё? Будет 17 или 18? Сколько? Я буду выезжать на день рождения, когда мне знакомый человек. Да мы уже знакомы все. Меня Жень зовут. Всё, теперь мы знакомы. Женя Якуб, скажи. Ну хотя я... А тебе это, 9-го будет 18 только, или уже 19 как бы? Вообще-то 8-го. Ну ты сказал 9-го. Ну, бывает. Скажи, что мы думали, что тебе 16. Мы думали, что тебе 16. Вот на этом ты наш дурак. Стой. Стой. Нет. Ты тут? Пока да. Ты со мной? С тобой, но тут. Ты там жива, да, я смотрю? Скажи, а ВК слабо так-то дать? А ВК слабо дать? Что? ВК. ВК. Вконтакте, дурак. Вконтакте. Вконтакте. Кто я? Это не к чему думаю. А, я подумал, что ты думаешь, что я не в теме. Я в теме. Я тоже в теме. Скажи, что по голосу и далеко не 18. Ну, ну дай контакт, слушай, мужик. Мужик. Мужика, иди, спроси.
Что, за мужика дашь? Что? За мужика дашь, говоришь? Нет. Почему? Птичку надо. Пугайчик. Больно? Нет. Маньяк. Я маньяк просто. Так и думаю. Я тебя найду, кстати. Ну так. Ну, хочу помывать. Пайпи вычислит. Пайпи вычислит. Пайпи телефону. Все проблемы. Жень, ты не умеешь знакомиться? Ей не 18, ты чё, сразу видно. Не стало бы она с тобой разговаривать. Сразу... Короче, перезвони. Ой, не хочет она, смотрите. Тем более скажи, что ты один, идиот. Ой. Не хочет поговорить с человеком. Ой. Тебе звонит, понимаешь, нашел, понятно как, а ты... Это судьба. Меняю, понимаешь, что это судьба? Меняю Олесину Валеру. Разумотись, как это? Понимаешь, что мы созданы для друга? Ты понимаешь, что я тебя люблю? Ха-ха-ха. Вообще-то не ха-ха-ха. Вообще-то не смешно, стой! Ну ты звезда на YouTube. Ты несерьезно.